И к новостям спорта. В республике будут развивать санный спорт. О перспективах этого направления говорили на совещании в Министерстве спорта с участием президента Всероссийской Федерации санного спорта Натальи Гард. Гостья рассказала о достижениях российских атлетов и поделилась дальнейшими планами. Дагестан станет первым регионом на Северном Кавказе, где санный спорт будет притворяться в жизнь. Руководитель ведомства Магомед Магомедов поддержал идею и пообещал полное содействие. Стороны сошлись во мнении, что у региона есть все возможности для развития вида спорта, и он должен прижиться в республике. Я считаю, что у нас в республике как раз таких спортсменов, которые готовы заниматься этим видом спорта. Также здесь есть необходимые горные рельефы. Мы сейчас займемся изучением, где лучше сделать центр развития санного спорта. В Дагестане уже создана региональная федерация санного спорта. Ее возглавляет известный призер чемпионата мира по вольной борьбе бизнесмен Раджаб Асхабалиев.